Итак, на ринге Сергабаев Нурбек и Назаров Ардак Боевой. Удачи вам, ребята, и победы! Еще раз напомню, что результатом поединка является победа одного из его участников. Победа может быть чистой, с явным преимуществом. В результате снятия противника в ходе поединка, при отказе от продолжения поединка и решением судей. Продолжение следует...
за 4 минуты 30 секунд удышающим приемом победу одержал Назаров Артар.